ТОО «Топарские теплицы» представляет проект высокотехнологичного тепличного комплекса площадью 8 гектар, расположенного в поселке Топар Карагандинской области Республики Казахстан. Основной целью проекта является круглогодичное обеспечение потребностей столицы Астаны и Карагандинской области в высококачественной овощной продукции, томатах и огурцах. Объем выпуска до 4500 тонн экологически чистой сертифицированной продукции в год. Расширение Топарского тепличного комплекса делает его крупнейшим в Республике Казахстан и дополнительно формирует 110 рабочих мест. В рамках реализации проекта будут построена газовая котельная для обеспечения растений углекислым газом посредством газораспределительной системы, модернизированные здания АБК и склады готовой продукции, построена погрузочная площадка, благоустроена прилегающая территория, планируется строительство электрической понижающей подстанции. Проект основан на применении современных, наиболее эффективных в мировой практике технологий в тепличном производстве. Благодаря использованию систем вертикального и горизонтального зашторивания, теплосберегающего материала пеноплекса в фундаменте теплицы и пятислойного 16-миллиметрового поликарбоната для периметров, происходит экономия до 25% тепловой энергии. Используемая система досвечивания позволит получить в зимний период времени до 10 кг овощей с квадратного метра в месяц. Круговорот питательного раствора в системе орошения позволит сэкономить до 30% затрат на удобрение. Дренаж после орошения собирается, дезинфицируется, дополняется удобрениями до необходимого уровня и снова идет на орошение. Все используемые технологии и оборудование поставляются лидерами в производстве теплиц. Реализация данного проекта позволит значимо укрепить позицию Республики Казахстан в продовольственном самообеспечении.